типа, надо сбить все вот эти штуки. Я не знаю, не помню, что это новая или не новая она. Но здесь, получается, мне надо... Опа, все, дабл скор. И все, больше нету. Мне нужно поймать это. Видите, 3 звезды. Все, мы набрали много денежек, много всяких штучек. Получили 3 левел. Здесь, по сравнению, была одна игрушка тут недавно. Новая тоже. Она что-то космические какие-то штуки делает. О, теперь надо поменять. Вот можно поменять, короче. Вот, мы типа берем. Вот так вот. Блин, я не понимаю, очень сложно вот эта штука, типа, как-то бить. Опа. Ох ты. То есть останется, не знаю, типа, 5 и вот так вот. Бам. Level complete. То есть нужно было собрать определенное количество денег. Смотри, сколько. Вот эти штуки, короче, как вот, видите, с глазиками такими, кругляшки, они являются, я так понял, просмотр рекламы, и ты проходишь левел вообще без всякого труда. Так, тихо. Вот поменять. Вот мы берем и меняем, вот. Главное, вот, непонятно, как стрелять точно. Может быть, я ошибаюсь, может быть, как-то реально неправильно сделаю. Мне что-то тяжело иногда стрелять, реально. Опа. Прям пробиваем, короче, вот. Да, она должна отцепиться, наверное. Нет? Давай пофиг вот так вот. Бабах. Вот это. Бом! Дабл скор. Почему это во время еще дабл скор? Давай-ка вот так вот отцепим их. Там, смотрите, вот здесь вот хотя бы что-то прикольное такое есть вот в этой игрушке. Какая-то своя, ну, такая детская атмосфера, да, то есть это не вот прям для меня, но в нее можно без интернета играть, и, то есть, и, грубо говоря, пока ты там находишься в школе или в другом, каком-то другом месте, ты можешь себе это позволить и поиграть в нее. Это, с одной стороны, даже очень прикольно. Так, 5-й. У нас очень сложный, несложные, точнее, левелы. Вот это вот в середине нужно выбить, я так понял. Бабах. Кстати, я что-то не понимаю, вот как вот сюда прилеплять. А, красный. Блин, а почему она поменяла еще цвет? Я не показалось, может, не показалось. Ох ты, вообще нормально. И последний зеленый, короче. Бам. Все, мы выиграли. И да, прошли. Разнообразие левелов может зависеть от их трудности. Тут 55 туров, и это, наверное, может быть даже не предел. Ну, я не уверен, но у нас 5 жизней и 5 каких-то штук. Давайте 6-й левел посмотрим. Да, бам. Ох ты, как это. Так, мы, может, отцепим их сразу. Опа-на. О, левел прошли, прикиньте, да, насколько вот... Настолько легко мы прошли этот левел, что даже, блин, даже не особо перетруждаюсь. Так, у нас получается... Здесь можно убрать мусор. Короче, я случайно нажал на выход, и у меня приостановил запись. Пока не понимаю, что здесь еще, кроме как... Интересно, вот видите, бам, сколько вот выпало этих штук. Может, сейчас это... Нет, здесь не поменяю, иначе придется вставить их. Вот, еще вот это вот, ну, поменять надо, короче. Давай, чувак, меняйся. Вот. Короче, тут меняешь. Бам. Бам. Ой! Почему-то я зеленый думаю. Но это сейчас отцепится все равно. Да, зашибись. Эти синенькие сейчас отцепятся. Все, левел комплит. Опа-на. Мы опять на 3 звездочки набрали. Красавцы. То есть у нас только счет вообще огромный. Давайте посмотрим 8-й левел. То есть, смотри, тут какой-то пес, может быть, там такая какая-нибудь заморочка. Хотя что-то с каждым разом просто ниже и ниже это становится, и все. Заморочек особых нету.
То есть, как бы, посмотрите, в принципе, они все рядом, что-то непонятно почему. Воу. Пускай отцепится сейчас. Сейчас тут стукну, по-моему, отцепится, да, опять. Не, а вот эта, кстати, вот большая что-то не отцепилась. Бам. Нижние отцепились. И... сейчас поменяем. Давай, меняйся. Кстати, очень что-то непонятно, как менять здесь. Срабатывает, то не срабатывает, короче. Штука меняться. Во. Сложно, короче. О, level complete. За 6 этих надо, короче, что-то собрать, я не понимаю. Ладно, ребят, если вам понравилась эта игрушка, оставлю ссылку в описании. На этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.